что у нас входит в состав духовной жизни общества? Какие вы можете назвать сферы? Образование. Образование. Еще. Культура. В состав культуры что будет входить? Например. Язык. Язык, отлично. Еще. Религия, прекрасно. История. История как что? Вопросы на засыпку восьмиклассникам задает учитель истории и обществознания 16-й школы Дмитрий Балуков. Это его открытый урок уже в качестве победителя регионального этапа конкурса «Педагогический дебют». Среди школьников скромно на последней парте глава округа Михаил Токарев. Он здесь для того, чтобы поздравить победителя. Дмитрий Евгеньевич – самый молодой педагог, который занял первое место на территории Московской области по своим профессиональным навыкам и качествам. Поздравляем! Сегодня специально приехали, посмотрели, как он идет урок, и лишний раз сказали вам, чтобы вы сейчас пошли на перемены по всей школе, все рассказали. Мы гордимся, и большое спасибо за работу. Очень было приятно вам присутствовать на уроке. Ребят, удачи! Дмитрий Балуков преподает второй год. В 2021 году он закончил Московский государственный областной университет и сразу же пришел в школу. Говорит, участие в педагогическом дебюте дало возможность и себя показать, и на других педагогов посмотреть. Мне показалось интересным возможность использования VR-технологий и в целом использование реквизита в групповой работе. Это весьма интересно. Например, мне показалось интересно, как одна из учительниц имитировала облик документа как исторического. Знаете, немножечко помочил в чае, зажигалочкой подработал края, и вот уже наш свежераспечатанный лист бумаги превращается в исторический документ. Несмотря на небольшой стаж работы, у Дмитрия уже сложились некоторые наработки. Ребятам заходят два формата тем. Первый – наполненный событиями, наполненный какими-то яркими страницами. И второе – темы, на самом деле, связанные с повседневностью, то, как жили простые люди. У меня был недавно урок, буквально вчера, посвященный социальной структуре российского общества, и там ученики меня забросали вопросами о том, как жили крестьяне, как они взаимодействовали с дворянами. Это им показалось очень интересным, и я понимаю, почему им это интересно. Дмитрий не первый педагог из 16-й школы, который победил в конкурсе. Самым первым был учитель русского языка и литературы Дмитрий Конкин. Конкурс 8-й раз проводится в области, и вы были один из первых победителей конкурса «Педагогический дебют». Дмитрий номер 2 принял у вас эстафету. За 8 лет в конкурсе приняли участие около 200 сергиево-посадских педагогов. Почему этот конкурс живет? Мы видим молодежь, которая приходит, они мотивированные на педагогическую профессию. Практически все, я могу сказать, все конкурсанты за это время, они переступили порог школы, они работают в школах. За победу Дмитрию Балукову присвоят первую квалификационную категорию учителя истории. Екатерина Фурсова, Оксана Перевозникова, Вячеслав Шумов, программа «События».